посредством которого сотворены веки, все видимое и невидимое, тот, с которого все началось и тот, с которым все закончится. Он есть начало и конец, он есть альфа и омега. Он тот, который будет судить нас, который будет судить всю вселенную. И суд начинается с Дома Божьего, да? Когда приходит его Божье присутствие, мы начинаем вот как бы вот так, мы призваны к этому, перепроверять себя, да, как взвешивать себя на часах, на весах Божьего Слова. Господь, достоин ли я здесь стоять, да, чисто ли мое сердце пред Тобой? Ну, если не достоин, если я, может быть, где-то нечист, самое время просто признаться Иисусу, сказать: Господи, вот у меня на этой неделе было то и то, да, исповедоваться, открыть Ему свои желания. И Слово Божие обещает, что мир Божий, который превыше всякого ума, Он устраивает наше помышление во Христе Иисусе. Давайте мы сейчас будем настраиваться на волну Иисуса. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся нашему Господу. Спасибо Тебе, Иисус. Мы приглашаем Тебя в это служение, в наше собрание, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты когда-то вызвал нас из среды, Господь, собрал нас вместе. За то, что Ты нас когда-то пригласил в свое присутствие, в свою славу, во святая святых. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что, Господь, Ты дал нам такие ясные, четкие обетования о том, что там, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты уже посреди нас. Господь, у нас всегда есть какие-то наши личные нужды, но дай прямо сейчас проникнуться, какая нужда у Тебя. Проникнуться Твоими желаниями, потому что у Тебя тоже есть желание, Иисус. У Тебя есть воля, которую Ты желаешь исполнить на этой земле сегодня. Ты сегодня ищешь себе учеников, которые бы поклонялись бы Тебе в духе и в истине. У Тебя есть нужда, Иисус. Сегодня Ты ходишь по земле, ищешь верных для Себя людей, чтобы, Господь, очень вложить в наши сердца желание действовать по воле Твоей, силой Твоей. Слово Божие говорит о том, что мы можем иметь разум Христов, Господь, очень. Мы можем чувствовать то, что Ты чувствуешь. Мы можем думать то, что Ты думаешь. И сегодня часть служения будет посвящена опять же этому, Господь, очень. Как нам быть не только единомысленными друг с другом, но как нам быть единомысленными с Тобой, Господь, очень. Дай, чтобы у нас с Тобой в первую очередь была одна душа, чтобы был один дух, чтобы было одно сердце, Господь, как у Первой апостольской церкви так написано. Была одна душа, было одно сердце, это была одна единая семья, семья всемогущего Бога, которая омывалась и омылась самым драгоценным, драгоценной кровью Иисуса Христа, которая была искуплена. И сегодня мы такая церковь. Сегодня в это последнее время мы претендуем, Господь, очень, чтобы стать в проломе за эту страну, за этот город, за этот народ, за болгарскую нацию, Господь, очень. Аллилуйя, Отец. И, Господь, есть такая нужда, значит, есть такая нужда, Господь, очень, просто приехать откуда-то, потому что со стороны всегда виднее, Господь, очень. И мы действительно видим какие-то вещи, Господь, которые, может быть, болгарская нация или болгары не замечают, Господь. Может быть, они к этому уже привыкли. Но, Господь, мы что-то видим, и мы молим, чтобы, Господь, Отче, Ты благословил болгарскую нацию, болгарский народ, чтобы Ты благословил болгарского царя, президента, Господь, Отец, Асана, исправил, Господь, его пути, направил его мысли, направил его стези, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец. Если он где-то пошел, Господь, направо или налево, Господь, Отче, исправь его пути. Потому что для Тебя нет ничего невозможного. Ты, написано, держишь сердце царя в своей руке. Ты можешь смягчить сердце царя, ты можешь ожесточить сердце царя. Смягчи сердце царя, смягчить сердце президента, чтобы Господь ему слышать Твой голос, внимать Твоему голосу и быть послушным и Тебе. Дай ему, Господь, просто смириться пред Тобой, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. И просто, Господь, дай ему, Господь, эту привилегию исполнять волю Твою, Господь, Отец. Благослови весь, Господь, Отче, кабинет министров, Господь, Отче, каждого кмета в каждом городе. Пусть волна Святого Духа, Твоего Божьего присутствия придет, Господь, в эту уже благословенную страну, которую уже много когда-то сделала для Себя. Пусть она сделает еще больше. Аллилуйя, Отец. Мы просто проглашаем Твою победу, Господь, Отче, Твое господство в этой стране и в этом городе. Победа нашего Господа Иисуса Христа. Слово Божие говорит, что пред Тобой Иисус преклонилась небесно-земное преисподнее, Господь, Отче. Ты царь царей, Ты Бог богов, Ты Господь господствующих. Тебе вся слава, честь и величие. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет: аминь. Давайте мы прославим нашего Господа.
Господь, приди, наполни храм, пусть твой народ тебе всю славу воздает. Ты Альфа и Омега, начало и конец, ты вседержитель и творец чудес. Яхве, ты наш отец, мы ждем великой, могучей славы твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец, ты вседержитель и творец чудес. Славы твоей, ты Альфа и Омега, начало и конец, ты вседержитель и творец чудес. Яхве, ты наш отец, мы ждем великой, могучей славы твоей, ты Альфа и Омега, начало и конец, ты вседержитель. Наполни храм, пусть твой народ тебе всю славу воздает. Воздайте Господу славу, народ Божий, ведь Он есть Альфа и Омега, начало и конец, Он вседержитель. Радоваться и ликовать перед нашим Господом. Аминь.
ангела обозначает: радуйтесь, люди! Радуйтесь, люди! Будем радоваться в Господе, аминь! Он наша надежда, Он наше упование, Он тот, кто дал нам жизнь. Жизнь с избытком, радость Господи! Он говорит: радуйтесь, и еще говорю вам: радуйтесь! Будем исполнять Слово Божие! Ты великий, ты достоин всей славы, нет подобного тебе, вся хвала тебе. Аллилуйя. Всемогущий Бог Израиля, всемогущий Бог. Перед нами. Он живет в наших сердцах. Он духом своим здесь, где двое или трое, там и Он. И мы почитаем Тебя здесь, наш Господь. Мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы воздаем Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу. Аллилуйя. Иешуа. Иешуа,
века ждет тебя грязи. Приходи, приходи ко мне, Господь мой, мой возлюбленный. Ждет тебя твоя невеста, церковь ждет.
пожалуйста, присаживайтесь.